Дрессировщик собак повелительно крикнул. Дрессировщик собак повелительно крикнул. Подопечная тварь то присядет, то ляжет, телефон поднесет, даже ножик и вилку. Не боится он вещи оставить на пляже. Стережет она ревностно двор и коровник, столько раз обнаружив презренных воров. Все считает своим и с хозяином кровным, даже болен он пьян или вовсе здоров. О собаке рассказы, стихи и кино, столько верности в этой зубастой подмоге, а за ласку не раз получала пинок, на охоте подсушит, если сильно промокли. Сами названо Богом худое священство, бредят лежа, привыкшие спать. Стать хорошим бы псом, если выражусь честно, мне хотелось в саду Иисуса Христа. Знаю пёси ухватки, к себе примеряю, охранять достояние от еретиков, занимать оборону от ближнего в храмах. Хозяин укажет, где встать на прикол. Христа достояние, верные слуги, на них ополчается лев, то есть змей. Господь не покинет, Он нежно нас любит, а чем же воздали за ласку взамен? Наш двор целый мир под Христовой опекой, где нанят и я до поры сторожа. С избытком в нем жизнь, а не капли в пипетке, не стоит хвататься за жизнь и дрожать. Меня дрессирует Господь постоянно, переливать с успехом сосуд из сосуда. Мой дух полноценный, когда я не пьяный, за промахи рушит худое и судит. Быть псом у Иисуса нет лучшей награды, волков отгонять от Христовой отары. Всегда ощущая, хозяин мой рядом, неважно, ты юный, больной или старый. Христа достояние, верные слуги, на них ополчается лев, то есть змей. Господь не покинет, Он нежно нас любит, а чем же воздали за ласку взамен? А чем же воздали за ласку взамен?